А так можно сам? Комиссия по законности, все. И защите Давай. Прав граждан Ефименко, Лукьянов, Мелицын, Сергунин, Сетов, Скурихин, Стрельникова, Сухарев, Пешков, Мельдешей, Чурцов. Даже я бы Скурихина Михаила Константиновича. Еще предложения будут? Пожалуйста. Сетов Сергей Александрович. Ну, один вопрос только, как вы сможете... Я предвосхищу ваш вопрос, я от данного предложения отказываюсь, я беру самоотвод в пользу Стрельникова Юлии Алексеевны. Спасибо. То есть вы предлагаете еще Стрельникова Юлии Алексеевны. Поступило два предложения, давайте проголосуем по мере поступления, да? Все согласны? Ну, Смитин взял самоотвод, поэтому он, соответственно, предложил Юлию Алексеевну. Кто за то, что председателем комиссии по законности, значит, Стрельникова Юлия Алексеевна. Кто за? Раз, два, три. Спасибо. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Спасибо. Кто воздержался? Один. Значит, большинством голосов... Ой, господи. Это же у нас не сошлось только. Следующая кандидатура Сетов Сергей Александрович на председателя комиссии по законности. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спасибо. Кто против? Раз, два, три, четыре. Спасибо. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Сходится? Один должен Нет, может быть, просто Сушкевич отсутствует. Здесь Сушкевича нет. Давайте еще раз. Еще раз. Все проверили. Ефименко, Лукьянов, Мелицын, Сергунин, Сетов, Скурихин, Стрельникова, Сухарев, Пешнов, Кулешеев, Чурцов. Значит, еще раз, кто за Сетова Сергея Александровича, председателя комиссии по законности? Еще раз считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сошлось. Спасибо. Воздержавшийся ноль. Против 4, воздержавшихся ноль. Спасибо.